Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Я в трауре. В семью Деброва пришло горе. Супруга шоумена Дмитрия Деброва сообщила поклонникам печальную новость. Полина Деброва рассказала, что телеведущий забыл в кафе аэропорта Барселоны красный чемодан, в котором находились ее вещи. Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Я в трауре. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. А этот чемодан был мой. 4 пары обуви, 2 ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика. И, наконец, украшения. Честно говоря, вчера чуть не ревела, призналась Полина. Женщина попросила подписчиков поделиться своими историями о забытых вещах. Как думаете, найдут? Подписчики поспешили успокоить расстроенную модель. Пусть этот траур будет единственным в вашей жизни. Неприятно, но переживаемо. Может, кто-то из вас сталкивался с подобным? Что делать? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!